Спортсмены Ивановской детской юношеской школы Олимпийского резерва номер 7 вернулись домой из Анапы, где в юбилейный 10-й раз ребята со всей России соревновались в различных видах боевых искусств. Наша команда под руководством тренера Александра Сутормина в этом году показала отличные результаты – 4 медали и примечательный рекорд. Хочу команду побольше подготовить, потому что все-таки командное место зависит и от количества участников. Вот, то есть сейчас 6 человек было. Допустим, если человек 10 команду привести, можно претендовать на призовое место. А в этот раз у нас 6-е командное место было из 12 команд. Достичь серьезных результатов удалось благодаря регулярным тренировкам. 3 летних месяца ребята провели в оздоровительном лагере «Радуга», где оттачивали мастерство. В копилку ивановской сборной Леонид Кузьмин принес серебряную медаль. Его вид единоборств – ушу. Для спортсмена это уже вторые соревнования в Анапе. Результатом в этом году юноша доволен. Готовились очень тщательно, было тяжело. В Анапе тоже выступать было очень тяжело, были серьезные соперники. Кто входил уже в сборную страны по ушу. Еще 2 серебра привезла из солнечного города Дарья Вихарева. Юная спортсменка сожалеет, что медали не высшие пробы. Не хватило техники исполнения. Зато сдала норматив кандидата в мастера спорта. Для этого нужна была высокая оценка. Эта оценка 8,7. Я ее выполнила. И соревнования прошли хорошо. Было очень много соперников. И очень много городов было. Была большая конкуренция. Побороться за 700 комплектов наград со всех уголков России приехали более 5000 юных спортсменов. Подняться на пьедестал и обрести заветную награду удалось не всем. Полина Воронова заняла лишь 4-е непризовое место. Тем не менее, спортсменка не огорчилась и попробовала побить рекорды состязаний. Решила отжаться 200 раз, не получилось. А вот в приседаниях достигла невероятных результатов. Чуть более чем за 2 часа девушка без перерыва присела 3333 раза. На красивом числе решила остановиться. Сначала, когда я начала приседать, было тяжело, потому что непривычная нагрузка на мышцы, а потом уже привыкла и как-то вошла во вкус. Где-то после 3200 раза у меня заболело колено, я боялась его травмировать, поэтому я остановилась. Спортсменка признается, что устанавливать рекорд не планировала. Сначала хотела просто присесть 500 раз и получить значок, а в итоге получила титул рекордсменки соревнований. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.